Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, и мы начинаем играть в The Binding of Isaac Afterbirth, который вышел вот буквально только что. И здесь мы много чего добавили, кое-чего изменили и добавили новые режимы. В общем, тут море контента. Если у вас тут вот не будет сохранения, у вас сначала их не будет, кстати, то вот здесь вот есть импорт, и можно импортировать свои сохранения. Так, ну здесь я уже немножко побегал, посмотрел, как оно записывается, все прочее. И давайте новый забег. У нас есть теперь новый режим Grid, мы его будем смотреть позже. Сейчас просто очень много контента без того. Здесь вот подкинулись некоторые достижения, не знаю почему. Возможно, это как-то с игровым процессом связано. Но вот новый персонаж Лилит открывается. Надо пройти Grid мод за Азазеля. Ну, я думаю, мы это сделаем обязательно, но опять же позже. Давайте стартанем. И за кого стартануть? Иуда, Каин. Нет. Давайте за этот, Айзека все-таки. Про Айзека речь, да? На харде, на нормале. На харде. Хорошо. Так, сразу что-то новое. Это новая какая-то локация, по всей видимости. И зубастая комната. Что же ты мне готовишь? Надеюсь, что-то хорошее в честь выхода Afterbirth. О, новая таблетка. Она убьет меня жестоко. Нет. Нет, я стреляю куда попало. Фу. О, еще и проговаривается. Full hell. Так. Да. Блин, а как этими выстрелами атаковать? Полезно. Буду что сказать там. Очень полезно, да. Да, да, игра, спасибо. Вот тебе и Afterbirth. Ладно, погнали дальше. Сейчас я вас поубиваю. О, как я умею убивать. О, наконец-то. Так, давайте. О, камушек секретный. Ну, так, такой себе секретности, конечно. Но все же. Так, замечательно. Нам надо практиковаться, не получать урон. Но это будет сложно сделать на самом деле, потому что много новых врагов должно быть. О, два синих сердца, хорошо, давайте их позже соберу. Просто я боюсь, что я могу еще получить урон по красным сердцам. А на следующем уровне нам нужна сделка. Здесь есть всякие новые вражеские юниты, боссы и тому подобное. Поэтому, так, лук. В принципе, это неплохо. Или плохо. Что-то я немножко с другим спутал. Ладно, надеюсь, что это неплохо. У меня теперь скорострельность и дальность не очень. Токсичные выстрелы, зато... О, какие-то горящие чуваки. А, это сквозь них стреляет, понятно. Сквозные выстрелы зато. Ну, о, там циклоп какой-то был. Не так плохо, как могло бы быть, конечно. Ау, ну, бывают вещи гораздо лучше. Ау, спасибо. Вот, вот про что я речь и вел. Что мы запросто тут еще огребем урона. И где-то муха. Муха. Ау, взрывная. Вообще комната очень странная, ладно. Толстопузик, привет. Зато я могу стрелять сквозь эту, это отлично. И могу собрать золотой ключ, который... Может быть полезным, если мне дадут бомбу. Да. Бомбу не факт, что мне даст эта игра. 6 монет есть, я по идее могу в магазине купить. Ну, как вариант. О, какашки. Привет, какашки. С такой дистанции атаки мне только вот сейчас с какашками и воевать. Чё, прикалывайтесь. Убейтесь об стену. Так, хорошо. Иди сюда. Так, окей. Умирать. Хорошо, бомбу и так дали. Не придется на какие-то экстренные совсем уж меры идти. Возможно, придется. Мне хочется и тут открыть, и там открыть. Просто отсюда есть шанс, что бомба вывалится. О, или мы получим полет. Что несколько упрощает наше дело. Офигенно. Вот это прикольно.
Прикольно. Полет со старта — это всегда хорошо. Еще у нас есть две бомбы. Давайте попробуем какие-то монетки получить. У меня выстрел не очень. Мне скорострельность нужна. Так. А, у нас еще и половинка белого, смотрите-ка. Вообще все неплохо, жизнь налаживается. Потихоньку. Давайте заглянем сюда. Раз у нас такая пьянка, есть деньги. Батарейка. Батарейка — это очень круто на самом деле. Давайте взорвем, так и быть. Ага, хотя батарейка — это просто второй заряд. Ну, ладно. Это все равно неплохо, как ни крутите. А то у меня так просто батарейка вот сейчас весь уровень провалялась. Ну, не батарейка, кубик мой D6. Так бы я мог его с пользой использовать. Ой, ё-моё. Монстр, откуда ты столько друзей набрал? Твою налево. Совсем не по-христиански. Черт. А, черт. Урон, урон. Мне не сколько монстра страшен, вот честно, сколько вот эти упыри. Хотя и монстра. Хотя монстра старый, проверенный. Но, блин, с моими выстрелами чудо. Мне надо что-то на урон, надо что-то на дальность, на скорость. Вообще что-то надо мне. С этими выстрелами очень тяжело будет играть. Так, как бы урон не получить? Оу. Очень тяжело будет. Очень-очень. Я уже чувствую. Как тяжело. Очень тяжело как. Так, так, так. Он куда-то примерно в меня шмаляет. Так, долго я его так убиваю. Урона нету нифига. Поэтому нам очень ценен сатана будет. И если будет апгрейд на какой-нибудь там урон... то я... ой, на урон. На здоровье, то я буду менять в надежде на то, что вдруг что-то на урон или как-то на ДПС влияющее появится. Что хочу я это. Очень хочу. Йо, это что вообще? Меморис. Чё? Ну, соска, да, и... чё она вообще сделала-то? Офигенный предмет. Ну, допустим. Так, ну, по крайней мере, у нас жизни есть. Нам бы босса побыстрее найти и убить. Само собой. Ну, по крайней мере, у нас сквозные выстрелы. Это хоть как-то помогает. Само собой. И у нас есть батарейка, поэтому у нас D6 заряжается на второй круг. Но я бы хотел как-то дальность увеличить все-таки вот этого всего дела. И быстрее надо что-то найти, куда я смогу потратить свои. Я что-то не очень понимаю, что делают вот эти огненные. Идут что-то, горят. И чё? Вроде от этого они сильно круче не стали. Возможно, если я их задену, я почувствую разницу. Так, какой-то новый агрегат. Чё ты делаешь? А, за монетку. За монетку ничего не делает. Ну, круть. Давайте менять его, гриб. Fire rate up. Вот, замечательно. Уже как-то получше себя чувствую. Оп-оп-оп. На. Да блин. Это опасно. Это очень опасно. Так, еще какой-то чемпион непонятный розовый. Уйди, противный. Ты че за гад? Фу, страшно. Так, пару монеток. Ключ. О, мухи. И паук. Ненавижу пауков. Что-то дамага у меня вообще печаль. Да, у меня дамаг скатился вообще в нуль. Спиддаун. Так. Какой-то предмет. Ну, нет у меня денег.
Видать, грипп мне понизил, увеличил скорость за счет того, что снизил нафиг дамаг. И это я бы не сказал, что дико круто. Совсем наоборот. О, бомбы. Синие сердца, это хорошо. Будем рассчитывать, что сатана сжалится и даст нам какую-то хорошую вещь. Если не даст какую-то хорошую, то мы заролим на какую-то дико хорошую вещь. Внезапно, да? О, сколько мух. По крайней мере, я тоже летаю. О, бомба-муха была. Шикарно. Так. Сейчас пойдем к боссу всенепременно. Так, монеток. Монеток мало. Ладно, давайте зайдем к боссу. Вдруг мы получим все-таки сделку с сатаной. Ну, должны получить. Вроде урон-то по синим сердцам мы еще не получали. Поэтому что? Ты прикалываешься. Так, ладно, это я пока не буду трогать. Глянем, что у сатаны. Так, у сатаны прям даже неплохие вещи, я вам должен сказать. Вот эта вещь, это у нас damage tears up. Вообще прекрасно. И это тоже у нас damage. И это неплохо. А эту вещь можем заролить. Нет, я, пожалуй, красное сердце оставлю. Ну, здесь тирс и шот спид. В принципе, прикольно. Вот теперь как-то можно жить. И мы еще не все открыли, давайте пробежимся. Особо торопиться не будем. Во-первых, за Айзека всегда довольно быстро не получается, потому что есть D6, хочется им как-то пользоваться более-менее, да, эффективно. Раз он есть. Ну, а во-вторых, новый контент, все прочее, надо все смотреть. Надо травиться. Heal up. А, я голос чувака не слышу, или слышу плохо. Мьюзик. Не знаю, ладно, пока не будем настройки. Нафиг он вообще этот голос нужен особо-то. Музыку вроде слышно хорошо. Так, в батл комнате у нас ничего особо нового. Вот в этой последней комнате. Ага, старый знакомый. Но дамаг у меня уже гораздо-гораздо лучше. Я уж подумал карту заролить. Такой стою, думаю, надо же заролить. Но нет, карту мы не можем. А, тут я забрал вещь. Ну и в принципе, да, хорошо, что есть батарейка. Так, 7 монет. Я могу неведомую фигню попробовать купить в магазине. Кстати, давайте еще раз залетим. Я могу 2 бомбы истратить, но правда не факт, что я что-то получу. И не факт, что эта вещь хорошая. Поэтому ладно. Хочется, конечно, но ладно. Так или иначе, мы найдем новые вещи. Мы уже нашли вон какую-то соску, которая вообще непонятно что делает. Только меньше меня, по-моему, сделала, и все, вот весь эффект. Что, в принципе, довольно неплохо, когда мы... О, паньки. Круто. Вода такая. Быть маленьким это прикольно, конечно. Или это грипп нас мелким сделал, я уже и не помню. Склероз нынче замучил, что сказать-то. А знаете ли вы легенды о том, что можно прятаться за камнем? И будет вам счастье. Так, нет, давай эту пилюлю съедим. Пиберти. Я теперь дико старый. Хорошо, ладно. Ну, в такой местности новой, наверное, босс. Ой, ё-моё, это что за фигня летучая? Я не понял, что он делает, но он вроде не очень опасный был. Рок. Ну, мы его возьмем, чтобы он больше не попадался. Но сначала мы его... Чё это? Абель. А, это ребеночек. Да. Это старый. Это вроде старый. Ой-ё. Ой-ё. Чё за бронемухи? Или... Что это за фигня летучая? Какие-то жирные японские мухи. Борцы суму местные. Они как-то странно еще взрываются, смотрите.
Вау, еще какая-то пиявка выпала. Ладно, бывает. Пиявка тоже взрывается. Тут все взрывается. А это еще и ядовитый след оставляет. Чемпионская японская муха. Так, тут у нас ровным счетом нифига. А тут есть что. Во-первых, мыши, которые очень дерганы, и которых лучше сразу убить. И вот эти вот японские мухи, из которой пиявка падает. Оу! Под выстрел, который чуть ловко не подлез. Но боги рандома уберегли меня. Да, я рандомно летаю, стреляю. Это неплохая тактика. Я не знаю, зачем мне этот ребеночек. Ладно, будем ролить что-нибудь у сатаны. Или же там босса в комнате. Если что-то нам дадут вообще ролить. И будут спрашивать, а хотим ли вы за... хотите ли вы заролить? Если вдруг такой разговор-то начнется. Так, о-о-о-о-о. Нафиг всех. О, зашибись, 10 центов. Значит, мы идем в магазин и гуляем на всех. Если нам что-то хорошее, опять же, там дают. Всегда упирается все в что-то хорошее. Хм, как-то это многозначительно, прям какая-то философская мысль. Так, рука. Монки, что-то она там делает. По-моему, она не особо полезная. Там какой-то эффект чего-то, блин, я... Тринки, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Чё ж ты делаешь-то, скажи? Чап! Так, ну давайте я эту дьявольскую фигню заюзаем. Убьем сразу этих чемпионских пиявок, которые в очень нужном месте. А, это ты у нас спамишь пиявок? Хитрец. Блин, вот этот ребеночек шмаляет. Я путаю его выстрелы с вражескими. Ой-ей-ей. Так, сатана вряд ли. Да, процент там уменьшен. Сердца нет. Вы что, прикалываетесь? У меня здоровье все норма. Мне нужны какие-то крутые вещи. Пойдемте в магазин. Может, в магазине что-то крутое. Или... О, блин. Какая-то новые летучие мышки. Толстые. И, видать, живучие. Смотрите, сколько у них здоровья. Хм, ну ладно, допустим. Карты. Смерть. И... Смерть? И смерть. Хм. И обезьянья лапка при достижении в 1/2, ну, здоровья, то есть в половинку сердечка, у нас появляется черное сердце. Что достаточно бесполезно вот на самом деле. Карта сокровищ. Карта сокровищ. Хм. Нет, давайте что-то другое возьмем. 1+1, да. И вот новый предмет за 15. Я бы не отказался, конечно, но 1+1 это прикольно. У нас нету столько денег. У нас еще не все открыто, ладно, пойдемте посмотрим. У нас есть смерть. И вот в этой комнате что? Батарейка. Угу, хорошо. И у нас еще там, помним, есть жизнь, которую мы не меняли никаким образом, но которая есть. О, тут опять эти мухи. Так, тут надо смотреть, какие выстрелы наши, какие не наши. О-о-о-о-о-о-о. Так, потому что я, блин, не услышу. Не услежу же. Же-же, не услежу же. Так, уследил. Дьявол, десен, наверное, дьявола возьмем, к примеру. А, часики. Какой-то новый предмет, часики. Нужно ли мне это? Давайте еще разок взглянем. Либо другой вариант. Взять карту. Но... за 15. Как ты, гадина, не вовремя. Давайте карту возьмем. Да. Бомба удвоилась. Хотя бы 4 бомбы сойдет, ладно.
Возможно, секретка тут может быть. Нет. Вот здесь вряд ли. А вот здесь, смотрите, она в теории может быть. Хотя нет. Это в какой-то очень теорной такой теории. Она может быть вот здесь. Вообще тут может быть вот тут вот с большой вероятностью суперсекретка. Да. А тут лапка Гуппи. Которую мы, соответственно, превратим в что-то более хорошее. Это я хочу более хороший предмет. Бедный автомат. Пойдемте к автомату. Так, давайте еще, знаете, что вспомним, что у нас здесь есть пару какашек. И из них как сейчас что-то прям выпадет, какой-нибудь пятак-то как выпадет. Еще, конечно, мы можем секретку найти. Да, хороший вариант. Просто там у нас есть батарейка, я бы не прочь ее купить. Вот здесь вот может быть секретка. Да. Почему обычную секретку так сложно найти? Ладно. Я хочу более крутой предмет. А значит, я граблю опять автомат. Оу, зато у нас все под ваш теперь. Это значит, можно было и часы, кстати, купить. Но, блин, часы, мне кажется, активный предмет, а мне сейчас активный не нужен. Хотя не факт. Это ж новый предмет. Так, вот это тоже новый предмет, походу. Воу, гвозди. Любопытно. Так, сквозь камни пролетают гвозди. Да, у меня же выстрел. Теперь только я гвоздями стреляю. И еще больше здоровья, ладно. Сатаны не было. Сатана будет, по идее, на следующем этаже. У нас шанс в 3 раза упал после первой сделки. У нас не было никаких предметов, которые бы увеличили этот шанс. Еще можно, по-моему, попрошайку взорвать. Это тоже увеличивает шанс. Так, Кейвс, это у нас старая добрая местность. О. Единственное, что они мне не очень далеко летят. Ну, а так, вроде, довольно дамажные. И у них, как бы, сама текстурка гвоздя, она довольно узкая. Да, наверное, почему нет? О, какой-то опасный. Ой-ой-ой! Ну, дамага у меня по-прежнему не особо много. Поэтому я зайду сюда. За полсердечка, как бы. Тролль-бомба. Это же всегда здорово. Так, стоять. Не летай ко мне. Ты сюда не летай, ты туда летай. Это ребеночек бесполезный достаточно. 2 монетки. Бомба, это ключи. Зашибись, я теперь без ключа. Чем я буду что открывать? Это хороший вопрос. Так, зато есть бомба. Так, так, ладно. Забыли. Да, блин. Паучок. Ну, допустим, Хермит. Это же... Ну, в магазин давай сразу. И заодно посмотрим, где мы на карте. Так, здесь есть хорошие вещи. Здесь есть карта, есть часики поломанные. Я бы взял карту. Ну, я бы взял и часики, на самом деле. Воу! Так, тут вроде никто из вас же не стреляет, правильно? Чтобы ну нафиг вас. Я все равно умудрился, правда, от них успеть получить урон. Так, давайте-ка взглянем, что в золотой комнате. Что это вообще? Трансцентерс. Ага. Зато мы теперь далеко вперед стреляем. И у нас розовые гвозди. Розово-черные гвозди. Боже, я обожаю эту игру. Розово-черные гвозди. Что может быть прелестней? Да ну нафиг, я шикарен. Розово-черные гвозди. Аллилуйя. Так, маленький гриб игра, дай. Дай хороший гриб. Я знаю, что эта пилюля меня убьет нафиг. Нет, я не хочу в комнату испытаний, спасибо. Так, что еще?
Что еще готовит игра для нас? Че, давайте еще вот этих два гриба взорвем. Ну, просто я верю, что игра может мне дать что-нибудь. Но не сейчас, походу. Так, где-то босс, я бы к боссу зашел. Так, нафиг. Розово-черные гвозди тебя победят! Окуянная. У меня, правда, дамага по-прежнему не очень много, надо бы еще больше. Так, если стоять, то, в принципе, гвозди далеко летят. Так, ключики. Ну, вот, зная эту игру, можно предположить, что суперсекретка где-то тут. Но можно пойти убить Георди, к примеру. И, если что, получить какие-нибудь вещи от сатаны попытаться. Давайте будем накидывать Георди. Так, мои гвозди отталкивают, что ли? Что это за розовый эффект? А игра? Что это? Отлично. Так, а где сатана? Что за фигня? Я ж не получал урон. Это у нас, по-моему, да, демейдж и рейдж ап. То, что нужно. О! Чё, прикольно? Смотрите. Пам! Мы можем... Вот это что делает. Мы аж вот так можем накидывать. Офигенно. О, да. Это, конечно, круто. Смотрите-ка. Я не знаю, как это где-то пригодится, но я думаю, пригодится. Это офигенный выстрел. Сюда. Оу. Мы можем вот так накинуть. Мы их не видим, мы их все равно взрываем. По-моему, это здорово. Так, магазин. В магазин мы идем и покупаем карту, это понятно. Давайте их убивать, да? А, да. О, да. Эта игра стала просто мега офигительной. 1+1, конечно, тащит. У нас куча предметов. Я могу просто вот так тебя убивать даже. Даже не смотреть на тебя. Но это немножко сложнее. Еще мы отталкиваем все-таки, или мне кажется. Да, мы явно отталкиваем какими-то из гвоздей, потому что у нас уже всех цветов радуги они. Сложно понять именно, какими я отталкиваю. А, вот, смотрите, этих прикольно можно убивать. Нет нужды бежать. Это очень прикольно, кстати, да. Давайте вон Плаксика. Заныкался Плаксик, получи, нефиг ныкаться. Ну чё, зачем? Зачем стрелять вперед, когда можно стрелять назад и убивать? Это ж новый тренд. А, ну давайте больше зла, больше черных сердец. А-а-а. Ты не знаешь новый тренд, а? Ты не хочешь идти узнавать новый тренд? Ты отсталый. Бомбер. Бомберман. Так, спасибо за синее сердце. За тролль-бомбу тебе тоже огромное спасибо. И пойдемте, пойдемте отсюда. Так, нет, я вот это лучше возьму. Черные сердца — это всегда неплохо. Пойдем в магазин, купим, что хотели. Поищем суперсекретку, секретку. Купим карту. Я бы, конечно, часы купил тоже, но нет денег. Давайте попробуем заролить. Опаньки, это что за фигня? Я думал, может быть, за 7 монет появится что-то там, но нет. Грибы. Так, кстати, гриб. Спидаун нет. Давайте гриб возьмем. Гриб как-то поинтересней. Где может быть секретка? Но первая может быть вот здесь. Давайте посмотрим, может мы денег сейчас насоберем. Еще на что-нибудь. Твою налево. Либо секретка может быть вот здесь. Или так, здесь не может быть. Может быть запросто суперсекретка вот здесь. Че, нигде ничего. О-лол, я где-то не там взрывал. Цветок.
цветок — это забавная тема. Он добавит нам каждого сердца по одному. Насколько... Да, красное, синее, черное. Отлично. Что неплохо. Но это не деньги. Это совсем не деньги. Суперсекретка тогда, очевидно, здесь. Ну... Ну нафиг ее, короче, ладно. Мы не купим, к сожалению, ничего в магазине. Но мы уже карту купили, ладно. Грех жаловаться. Так, хорошо, у нас все открыто. Все мы видим. Нафиг. А, тут можно вот так убивать. Вполне себе нормальный план. Он толстый, зараза. Урон у меня неплохой, но не предел мечтаний. Давайте все зачищать. Оу. Так, зараза. Как же ты меня сразу-то попасть смог? Читер. Так. Да загвозди тебя уже, а. Загвоздили. Так, у нас же гриб есть. Давайте воспользуемся силой гриба, дабы открыть, что где у нас. Потому что у меня кубик почти зарядился, и неплохо бы было знать, где магазин, где золотая комната. Отлично. Значит, мы туда первым делом и идем. Это получается вниз, влево, туда-сюда. Хорошо. А, и потому что у нас есть карта, у нас теперь не скроется их местоположение. То есть нам, по идее, компас-то особо не нужен. Мы можем вот таким вот нехитрым образом открывать. О, какашки. У меня мурашки. Опа, от какашки. Хорошо. Так, я не понял. Вот, блин, это ребеночек меня только отвлекает, это, честное слово. Я не понимаю просто, чьи там выстрелы летают, какой-то хаос происходит. Давайте карту заберем. Звезды. Почему нет? Анх, загробная жизнь, да? Зачем мне загробная жизнь? Паук. Тоже вроде ни к чему. Тогда мы его тоже заролим. Будет бегать паучков выпускать, конечно, весело, но в большинстве случаев это не столь прикольно. Был бы инфекшн, который пауков из убитых врагов делает. Вот это круто. Это полезно, реально. Так, долбаные руки. Умирать. О, еще рука. Что-то вас много. Так, ну, стоим в ряд. Давайте вылазим синхронно. Че, нет? А нет, вроде удалось синхронно, да? Но я не против. Так, здесь у нас есть, по крайней мере, батарейка. Идем ролить еще. Паньк. Ты чё такое? О, нет. Это заряженный выстрел, проклятый. Чёрт. Это не очень вещь. Я могу вот так вот стрелять, конечно. Но в момент, по-моему, когда я заряжаю, меня могут... Я могу телепортироваться, если меня ударят. Да. Не очень. Это не очень. Совсем не очень. Ещё попадать бы в врагов было бы тоже неплохой затеей. Я могу, конечно, чарджить свои выстрелы, просто вот так накидывать. Оу. Ну ладно. Жить можно и с этим, по-хорошему. Можно и по-плохому жить. Так, того мы достаем. Он и Мейкес, что-то там, а... Что-то произошло. Ладно, у нас вроде
Боу. Так вот даже дамаг выстрелов повысился, ну, по большому счету. Гиш, новых боссов пока что не увидели. Зараза. Хва прыгать. Ах, ладно, давайте просто понакидываю, раз ты такой. Что-то мы его не дамажим нормально. Да, чаржить приходится довольно шустро. Потому что как-то заряженный выстрел особой пользы не принес пока что. Я бы хотел от сатаны какую-нибудь серу получить, вот я бы не отказался. Потому что я свои вот эти выстрелы подзапорол вот этой фигней. Вау! Вот, вот о чем речь. В момент попал в меня. И это совсем не круто. Меня телепортировало. Зараза. Хочу ли я еще больше красных сердец? Я не уверен. Нафига мне столько красных сердец? Японский бог. Зато сколько денег. По-моему, тут был еще какой-то камень спрятанный. Сердца. Хорошо. Где у нас магазин? Раз уж меня от босса выкинуло. Че, ребеночек? Это не настолько крут, на самом деле, чтобы из-за него тут что-то делать. Нафиг. Мне нельзя получать урон, блин. Вообще. Если не хочу, чтобы меня вечно телепортировали. Давайте немножко черепов взорвем. Может быть, что-то хорошее, там карты, там подобное. Черное сердце, к примеру. Ну ок. Тут у нас еще синее сердце есть. Пилюлька плохая. Воу. Че за мясо-монстр. Жесть. Такую встретишь, умрешь нафиг со страху. Так, ладно. Желтая типа книга. А, что ж ты делаешь? Давайте, наверное, заролим. Нет, это хуже. Так, вот этот непонятный выстрел давайте возьмем. Это что такое? Оу. Воу, это копировать. Рулис карт. Даже не представляю, что она делает. Так, ладно, пофиг, допустим. У нас теперь тут только больше вещей, которые мы сможем заролить и, может, сможем подобрать. Вот это, кстати, хорошая тема. Это я одобряю. Так, пойдемте. Пойдемте возьмем. Что у нас там? Батарейка. И попробуем те предметы превратить в что-то полезное. Это может удастся. Так, давайте еще вот сюда зайдем. Раз мы рядом, чтобы потом сюда не бегать. Да чтоб тебя. Неудобно они там расположились. Фак. Ай. Ну я ничего не заряжал, поэтому... Пофиг. Ну это подлый выстрел. Вообще очень довольно-таки достаточно неудобный. Поэтому да, проблемы с ним будут. Кстати, мы же можем синее сердце подобрать. Чтоб не валялось, добро-то не пропадало. Тут еще синее сердце. В принципе, у нас неплохо дело с этим. Так, отлично. Во всяком случае, мы можем урона апнуть. Можем взять карты.
Ну, взять какую-то карту типа мир, которая нам не нужна. Можем взять банку. И мне бы еще энергии. Вот на самом деле было бы отлично. Было бы отлично. Вот еще энергия. Да. Потому что там предметы есть, которые я могу банально подобрать. Даже не платить за них. Поэтому почему бы их... Банка с мухой? Очень странно. А, это у нас теперь две пилюли. И обе full heal. А, банка с мухой. Вообще не понимаю, что ты делаешь. Я вообще уже сам очень мизерный. И как-то очень странно я стреляю, то медленно, то быстро. Ладно, пойдемте дальше, а то мы тут очень долго и так тусуемся. Мне теперь как-то босса надо убить очень шустро. Так, чтобы он еще в меня не попал. Но, по идее, это не так сложно. Дамага у нас вроде больше. Вроде, да не очень. Мы его вообще можем с тыла атаковать. Но это не самая лучшая идея, наверное. Так, прыгун. И вот эти вносят слишком много хаоса, они должны умереть. На взрыв не надо попадать, это плохая затея. Так, ок, мимо. И умри. Но тут без вариантов, я уже понаменялся. Так, в смысле? Блин, я думаю, чё кто верещит? Подло, подло, сатана. Давай возьмем ребеночка. По той простой причине, что он крут. Ты хавать сердце будешь? Нет? Крутой ребеночек. Он будет нас снабжать какими-то сердцами. Хочу ли я? Да, давайте немножечко. Оу. Хавай. Не, зачем мне красные сердца? Все, у меня есть киндер. Все отлично. Так, ну до сердца добрались. Вот как там воевать, блин, с этой атакой? Я любой урон получаю и, по сути, телепортируюсь нафиг. И это очень... не очень... Белая муха, умри. Что у нас в этой комнате? Куча сундуков, где куча всякой всячины. Мы опять можем сделать набег в магазин. 1+1, конечно, всегда тащит. Но вот этим предметом я себе подзапорол немного все дело. Ну ладно, я думаю, мы и с этим выстрелом сможем подзатащить слегонца. Ну давайте откроем местоположение всего. О, зубастая комната, отлично. Давайте сразу в зубастую сходим, к примеру. Оу, адская какашка? Это как-то чересчур адски. И адская какашка в центре. Ой-ой-ой, сразу темно и страшно стало. Оу. Адские какашки вам не шутки. Это все-таки адские какашки. Так, и фиг знает, сколько у меня здоровья, да? Отлично. Так, окей. Я обойдусь. А, босс у нас тут уже мама. Ой-ой. С
Серьезно все тут как? Так, по крайней мере, мы зарядили свою D6. Ой, ё-мо. Я буду как-то так стрелять. И я хочу, чтобы в камне было что-то типа камня, который даст мне дамага больше. Ну, ладно. Нет так нет. Не очень-то и хотелось. Аккуратненько всех этих гаденышей снимаем. Да иди сюда. Лестница, действительно. Что ж я о чем мечтал? О, это что? Хаос! Что-то я все меньше и меньше становлюсь, что за фигня? Спиддаун. А, откажусь. Тут больше ничего не интересует меня, по большому счету. Сердце соберем, у нас все равно сердец, в принципе, всегда в достатке. Ну, давайте все тут посетим. Воу! Тут будет опасно. Так, хорошо. Хорошо. Ну или не очень опасно. Оу. Так, умирать. Не надо так стрелять. Это не, это не полезно ни разу ни для кого. Так, белый чемпион, по-моему. Нельзя его ничего с ним сделать, пока тут другие чемпионы живы. Ну, вообще, противники. Если я ничего не путаю. Это ничего-нибудь такое такое новое. Да нет, вроде, бьется. Может, изначально бился, кстати, надо было пробовать. Ну, я вообще какой-то мелкий стал. Мне нужен гормон роста. О, или нет? Хотя, в принципе, мелкому удобно, в ней попасть никто не может толком. Я всех гвоздями фигашу. Я теперь чарджу свой выстрел. Потому что копить и стрелять тройным тут как-то не очень, на самом деле. Он что-то не особо эффективен. Дамаг у меня, в принципе, неплохо. Infested. Да, погнали, паук. Паук в подпространство ушел. Не надо так стрелять, ты что? Ты что, окстись, чувак. Фиолетовый огонь. Так, это другой кубик. D20. Нет. Мы тебя превратим. Страдалец. Но он мне не нужен. Воу, у меня вот этот закидывает меня просто сердцами. Поэтому нафиг мне этот страдалец ваш. Я не очень понимаю. Мне нужен заряд в батарейку. Давайте попробуем. Может, тут что-то хорошее. Ну или нет. Ничего не изменили по ходу с этой комнатой. Вроде же обещали. Эдмунд обещал, говорил. Клянусь Аллахом, я, говорит, заменю. Ну там, или чем он клянется. Я уже совсем мелкий, я уж про это говорил, но как-то непривычно. Че, неужто? Да, неужто. В золотой комнате. А, так, это не золотая комната. Блин, склероз старческий, я уже не помню, что... Аж мы ж только оттуда. Все, все окей, все окей, все окей. Денег много, давайте закинем. Это же, по сути, последние уже уровни. До 400 все никак не догоню. По-моему, на 400 у нас еще один предмет в магазин. Эти деньги мы сольем. Не ломаются, смотрите-ка. А то мы их кучу позабирали. Поэтому пришло время платить по долгам. Ну, заодно секретку искать. Ключник. Ключник. Как у тебя нынче с настроением? Мой микро-Айзек готов дать ключей. Давай, бери. Так.
Сердец у меня в достатке. Да. Это у нас открывать золотые сундуки без ключа. Это нафиг ненужная способность в данный момент мне. Так. Я уже все на свете забыл, что мы делали. Ладно, пойдемте за рулем. То, что тут. Это больше дэмэдж. Что, ладно, сойдет. Это всякое лучше того, что было. Идем к маме. Я думаю, она довольно быстро должна склеиться по-хорошему. Может, тут еще все-таки какая-нибудь хорошая вещь. Но нет. Упорно игра игнорит мои намеки. Погнали. Большая какашка. Эти розовые у нас всполохи, черные, розовые. Ага, рвота. Так, чувак, стой, стой, стой. Хотя фул хил. Да и все, надо было дать ему скормиться. Скушать, вернее. Оу, не стреляй. Так, а кто? Кто из вас живой? Ты живой. Вон оно как. Суперсекретка где? Суперсекретка тут. В ней суперпалец. Ну ладно. Сейчас я телепортируюсь от нее 100% своим чудо-выстрелом. Да, это будет немножко сложнее, чем хотелось бы. Возможно, и немножко. Так, она покричала, или мне показалось. Слишком дофига всякой фигни на экране происходит, а мне нельзя получать урон в принципе, иначе я телепортнусь нафиг. Поэтому надо быть осторожным. Фу. Так, сатана. Давайте мы пойдем на ангела все-таки. Потому что фиг его знает. И, о, муха в бомбе. Как не взять, стопудово нужно. Это что за бомбы? Бомбы, которые рассыпаются на маленькие бомбы. Это странно, ладно. Йо-хо-хо, и бутылка рома. Что это за фигня? Так, ладно. Я хочу к боссу. Пустите меня просто к боссу. Вот не надо вот этих всех ваших начинать тут. Так, замедлилась и умри нафиг просто. Блин, ну это круто выглядит во всяком случае. А, мы уже все открыли. Вот он босс. И вот она, зубастая комната, в которую мы пойдем, по всей видимости. Мы же враги своему здоровью, почему не сходить? Ну да. Что еще мы ждем в зубастой комнате? Speed up. Окей. Бесполезно. Бесполезная комната. О, какой-то новый. Ты японский бог. Слишком много всякой фигни. Так. Во-первых, этих убиваем. Этих убиваем. Мне нельзя урон получать, я телепортаюсь. Я буду проходить на одном дыхании буквально. Так, ах ты ж хитрец, да? А мы тоже хитрые. Не думай, что ты тут самый умный. Так, дикая фигня летучая. Плавучая, мозг. Все собрал. Ну это очень так. Полуневидимая, как катающаяся желудка, или что это у нас там, кишка. Так, хорошо. Пора высунуться и сдохнуть нафиг. Ибо так нужно, поверь мне. Так, что у нас за. Ага.
Нет, я, пожалуй, откажусь. Full heal. Ё-моё. Все мое, ё-моё. Главное не получить урон. Все фигня. Просто на экране всякой фигни дофига. Вот это проблема, да. Ну ок. Золотой ключ. Да как я без тебя? Ты чё? Так, суперсекретка. Ты суперсекретная. Так, мне кажется, я тут коряво взорвал. Еще маленькие эти бомбочки. Так, возможно, и не тут. И воз... Тогда я фиг знает, где суперсекретка. Ладно, не будем этим заморачиваться. Мама Георгия. Шансы мои сейчас огрести растут. Ну, в смысле, я получаю один урон. И этого достаточно, чтобы телепортнуться. Убить-то она меня не убьет. Особо нечем. Нау. Я могу вообще вот так атаковать по-хитрому. Могу и в лицо. Так, хорошо, что мы летаем. Воу-воу-воу. И замедляем. И у нас всего, чего хочешь. Получи. Так, этот гриб хороший гриб. Это демейдж. И плюс сердце. Это хорошо. Негативных вроде эффектов особо не должно быть. Ну дальше? О, лост. Как-то я уже не смотрю на эти картинки, а там что-то происходит. И пипец, сколько нам тут грести и идти. О, чабы. Чапатя. Ну, не чабы, тут маленькие всякие червяки и чаб. Заглавный. Чабовун. Чабовец. Так, чабмейстер. Назовем его так. Простой старый чабмейстер. Так, ага, все, мы открыли. Ну, кто бы сомневался, в далеком-далеком углу. Что это за отрубленная конечность ползает? Оу. Я боюсь получить урон от этой отрубленной фигни, потому что я могу оттуда получить урон. Я что-то не очень понял, что это был за враг. Возможно, это к лучшему. Возможно только. Только возможно. Так, это сразу сдуло. Угу, сюда. Так, хавай. Давай, порадуй. Молодец. Ой, ё-моё. Мясная целая фабрика. Хорошо, допустим. Ну, у меня уже урона, оу. Достаточно. Гвоздей вполне тоже достаточно. Так, тут у нас что-нибудь взорвать, что-нибудь вылетит хорошее. Сейчас бум, потом маленькие такие бамбульки. Бум, бум. Нифига, хорошо, ой-ё. Так, ну, очень-очень мило. Так, эти разлетаются выстрелами, да? Я так понял. Да, разлетаются. Это не очень здорово. Прямо скажем так, замедлили, это хорошо. Так, замедленных убивать гораздо приятнее. Из них очень медленно вылетают выстрелы, которые могут меня телепортнуть. Это, конечно, игра теперь в одно касание, блин. Это очень чересчур. Я не подписывался на такое, вот вообще. А как тут секретки искать в этих зигибульнистых комнатах? Кто знает. Вот где она может быть, вот кто бы ее знал. Так, чувак, прощай. Она, может быть, и есть там секретка. А вот как ты ее вычислишь в новом вот в этом варианте? Так, началось деревня утро. Сейчас я урон получу и нафиг телепортнусь. В принципе, будет весело. Ну, по крайней мере, замедлили это хорошо. Как мне сердце проходить? Вот это плохо. Понятно мне. Так, началось, блин. Так, нафиг, 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 нафиг. У-у-у. Да чтоб тебя. А,
Па-па-па-па. Как мне пройти? Как? Как просто? Кто за мной? А, ты? Ух, я аж напугался. Да, это будет тяжело, вот честно. Не факт, что я это смогу потянуть. Это вообще не факт. О, сейчас не телепортнуло, странно. По-моему, вообще должно телепортать только в момент зарядки, а не вообще в любой момент, как это делает почему-то. Или это изменили? Блин, специально могли же в честь меня, да, поменять? Раз у меня этот предмет есть, о, то чё бы не поменять? Игра прям походу поменяла правила. Она умеет. Это такая... подлая старушка. Ой, ё-ма. Ой, ё-ма. Вот это дерьмо. Вот это дерьмо. Нас еще и куда-то закинуло. В дерьмо. О, да. Так, хавай сердца, по крайней мере. Чувак. Обед. Спасибо. Пауком еще. Ты меня еще троллишь, да? Возможно, мы сможем его пройти. Вот, может быть. Может быть. Есть такой маленький шанс. Подлый очень предмет этот заряжания. Так. О, нет. Замедля. Гиш, замедляй. Нам жизненно... О, необходимо его как-то... как-то замедлить сурово так прям. Опа-па-па-па. Так, замедли. Это очень нужно. Да чтоб тебя! Что ж ты такая подлая, эта игра? А, да, началось. Черт, как я проклинаю тот момент, когда мы подобрали это бесполезное сердечко. Ой, сердечко, этот выстрел. Я его 100 лет просто не видел, 100 лет его не собирал. По-моему, один раз за всю жизнь я его собирал и проклял тот момент. Вот теперь я 2-й раз собрал и проклял этот момент. 2-й. О, я, кстати, мог попытаться... затащить, если что, меня телепортнуло. Я мог взять эти сундуки. Ох, да, у меня еще, кстати, фулл хил есть. Если что, то один, как минимум. Навряд ли мне это чем-то поможет. Но вот сейчас было очень близко к тому, чтобы пройти. Буквально чуток не хватило. Возможно, в следующий раз и хватит. А возможно, и нифига не хватит. Все может быть. Я теперь даже в этого не попадаю. Настолько крут. Почему-то он то быстро стреляет, то начинает вот просто пипец как медленно стрелять. Это немножко раздражает. Почему? Почему ты так стреляешь? За что ты, игра, меня так возненавидела внезапно? О, так вот, конечно, урон не получу. Ты что? О чем речь? Больше? Больше всяких врагов, а то ж мало мне. О, так, стой. Аллилуйя. Так, все, к ангелу. О. Но это совсем не значит, что мы пройдем ангела. Что меня нафиг от него телепортнет и все. От него урон словить-то еще проще. Я вообще не могу не дойти до него банально. Вот самый простой вариант развития событий. О, маленький упырь. Маленький упырь, большие проблемы. Хорошо, что у нас полеты и еще всякие гвозди сквозные. Отчасти хорошо. А, то я думал, ты сдох. Ты нет, ты просто замедлился. Так, отлично. Так, давайте откроем карту. Для этого мы заюзаем Гэри Рип, я сказал.
мы заюзаем гриб. Ну да, конечно, где же еще быть боссу? В самом... В самом хорошем месте. И тут куча бомберов. Это весело. Это не сложно, это действительно просто весело. Хотя любой урон в моем случае — это телепорт отсюда. Хотя, возможно, телепорт ближе к боссу даже. Может быть, даже это и в плюс будет мне, к примеру. Но навряд ли. Навряд ли игра настолько добра. Они, правда, все выходы пораздолбали. Можно, по идее, уйти. Но я лучше зачищу эту комнату. Во-первых, может что-то выпасть полезное, типа сердец, из которых мой ребеночек сделает синие сердца. Ну, вот попрошайка этот, вернее, да? Хорошо, допустим. Так, умирать бум, нет? Так. Это мистер Бум? Нет, это 99 Бум. А у него есть... О, Пандора. Митра. Хорошо, это больше, по-моему, синий сердец или что-то в этом духе. Так, нет. Там 50% шанс, что у нас синее сердце заменится... Ой, красное сердце, наоборот, синим заменится. Это, в принципе... Я бы не сказал, что дико сейчас мне нужно прям. У меня и так есть ребеночек, который заменяет эти сердца. Поэтому... По большому счету, это не столь критично. Но получи, получи. Так, теперь мы... С этой стороны можем тебя атаковать опять. К примеру, да? О, война. Прикольный парень. Стоять. Так, о, еще даже сбоку выстрелы прилетели. Вау. Так, я даже не телепортнулся. Это хорошо. Это к добру, наверное. Замедлить бы его. Ну или убить. Оу. Вот эти могут мне тут подокучать маленько. Маленько. Ой, ё-моё. Ну или телепортировать к боссу как вариант. You make you smell. Wang may smell. Фиг знает, короче, что это сделало. Идем. Шанс того, что я телепортнусь отсюда, достаточно высок. Так, и я обратно в какой-то из комнат. Оу. Ну, шанс того, что я тут что-то пройду, на самом деле, ну, призрачный. Совсем. Потому что не получить урон на ангеле, это будет довольно проблемно. И, скорее всего, неосуществимо нифига. Сейчас тут еще начнется хаос, и меня еще отсюда телепортнет. Будет совсем весело. Опа. Так даже, да? Какой рестарт. Ну окей, ладно, это наш первый забег. Не совсем удачный. Могло быть гораздо все лучше, если бы я не взял этот дурацкий выстрел. Но в любом случае, мы посмотрели на контент новый, и все довольно неплохо. Все довольно весело. Новые предметы реально привносят новый экспириенс в эту игру. Ну, я, в принципе, доволен. Пока что по первым ощущениям. Ну, а на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.